А в этой серии предоставление услуг нетрезвого электрика. А можно ссать на электричество? Я попробую. Да-да-да, можно. Длительный запой с цепи 682. Что это за хуй? О, здорово. Это что за сон? Ёб твою мать. Это что, набухло пришло? Поиск той самой бутылки самогона. Вот тремора, уже понимаете, я давно не похмелился. Дайте деду найти такое интересное, что-то вкусное, алкогольное. Градусов 90 желательно. Я требую выпивку, я хочу еще бухнуть. Я требую самогона надо. Я тут сейчас все двери обоссу. Выбей дверь вот эту. Ты за срань? Это что за мразь такая страшная? Не, я перехотел. А мне и тут нормально, просто бутылку дайте. Не, он добрый, не бойся. Я, ребят, у меня есть такое дело, я хочу как бы навернуть, так сказать, за победу рюмашку. А, ну я без проблем вообще. Смотри, какая штука есть. Давай. Во. Да минералка, я не буду это пить. Я воду не пью. Меня тебе штырило, хорошо станет. Блядь. Ну ладно. Это прям очень классная штука. Это походу метил был, я ослеп. Ой, блядь. Как же херово. Ты что? Что происходит? Тут пьяная перестрелка. Деда не убейте. Дед не прошел вообще. Дедушка, я извиняюсь. Потерпите немножко. А, не надо. Да уже поздно. А можно ссать на электричество? Я попробую. Да, можно. Руководитель. Сейчас его замкну, она работать не будет. Лучше дай ты мне взятку. Дедушка, вы взятку хотите? Да, хочу давай. Взяточку. Держите. Да. Не надо. Меня обоссало. О, бля. Бля, деда сердце не выдержало. Давно, наверное, не пил. Слишком крепкое говно было. А ты что сюда зашел? Дедушка хочет все знать. Дед такое на Второй мировой видел, ебать. Дайте пушку. Хоть в руках подержу. Это не для тебя. Не, деду надо. Дай, шо вам, жалко, что ли? Вот, держи и наслаждайся. Бля, руки дрожат, парни. Нахуй. Так что, ладно, лучше не буду, а то я вас всех перестрелять могу нечаянно. Вот тремора, уже понимаете, я давно не похмелился. Дайте деду найти такое интересное, что-то вкусное, алкогольное. Градусов 90 желательно. Нихуя, а ты мощный. Качался, наверное, да? Понятно, да. Но оно видно, поебал. Что протеины себе в жопу колол. А ну, дедушке, открой, пожалуйста, эту дверь, деду. Все, ты мой личный стенд, личный охранник, спасибо. Это нужно обоссать тут без вариантов. Помечу территорию, так сказать. Все, я электрик, я знаю, как все это работает. Весь комплекс будет обоссан, да. Будет такой стенд. Кружок по комплексу, да. Не, мужчина, мой стенд 30. Работает лучше. О, смотри, один удар, и ты пропал. О, экзит. Дед немецкий знает, да. Дед тут уже был. Дед тут уже, слышишь, что нассал уже до этого. О, какая девочка. Так сказать, помечу. Бля, мужик нахуй. Все. Это трап. А, это трап. Не разговаривай. Зря я пометил. Необходимо ключ-карта. У меня есть вместо ключ-карты вот этот боксер. Я буду звать его Миша. Миша, давай. Миша, ебаш. Давай, Миша, давай, ты знаешь, что делать. Левой, правой. Давай, пизди эту дверь. Ебать, Михаил, вообще монстр. Там унитаз! Скромник. Откройте деду! Миша, выбивай нахуй. А, ладно. Наконец-то, по-человечески. Блять, все мимо идет. Все. Да что ж такое, я прицелиться не могу. Ой, ебать, получил реферальную награду за попадание. А на сервере URF по промокоду AMSERG вы сможете получить офигенный бонус в виде кейса с крутыми подарками. 12500 бачить, да нахуй мне этот YouTube теперь нужен. А да, ссылка на проект будет в описании. Ебать, нихуя себе. Знакомая личность. Ну, это а лифт, где, это а священное, как бы, дело. Все тут обоссать. Все, лифт обоссан, дайте пройти. А мне к Д-классу, я хочу бухнуть, у них, наверное, там самогонку варят в унитазах. А тебе вроде нельзя к Д-классу, по правилам. Правилам, кого ебет эти правила, слушай. Эй, че, работать? Давай, я вкалывал в свое время. Блять, в 45-м, еб ты, блядь, снаряды делал. Ну ща заработает, блядь. Да постой, работа. Подожди, я не могу, блин, на ходу. О. Ну так тоже, кстати. Блять, ну, разорвало бедолагу, нахуй. А почему здесь ликерный, ладно. Санта? Да нахрена. Я извиняюсь, я потерялся, мне просто маразм старческий. Он воевал, ему все может. Че? Я воевал, бля, ты мне должен приходить и просить благословения, а ты...
ты же Евклид, друг, ты же... Я? Что такое Евклид? Я такое слово даже не знаю. Ну я медали есть, блядь, на блошином рынке купил. Куда ты меня завел, нахуй? Ты мне ведешь туда, где есть самогонка? Давай, давай, давай. Двери ломала. Да, блядь, ебать ты бессмертный, нахуй. Да, дед, тут уже все, блядь, Теслы обоссал. Они закоротили, не работают нормально. Ну и шо? Во. Бери, бери. О. Мы её упаковали, конечно, в такую, конечно, коробочку. Нет. О, блин, дед доволен. Так, точно, да? Начинаю выполнять приказ Чунга Чанга. Все, пока он поплыл, давайте закрываем, нахуй. В смысле? Я не поплыл, блядь, дед еще может, пошли нахуй. Дед еще может. Дай взятку. Да, блядь, ну дед, ну смотри, там еще есть. Ща, я тут все помечу, блядь. Не-не-не, блядь, бедного студента не пиздим, нахуй. Деда шокером нельзя, блядь. Ты хули деда пиздишь? Больше не наливай. Дед обоссать может. Суки такие, законтеймили, мрази. Я, блин, ветеран, я воевал, уважение. Ну еще рюмашку. Я отрезвеешь и принесем. Ладно. А где деду туалет? Сейчас сделаю. Говножуй. Он меня сейчас засыт до смерти, пацаны, открывайте. Дед. Аллах Акбар. Дед уже нихуя не видит. Аллах Акбар. Блять. Дед. Бедный человек взорвался. Бля, у деда моча кончилась. Ща, дед, немножко подождите, перезарядится, так сказать, почки поработают. Да, если хочешь, чтобы дед тебя пожалел, ты лучше рассказывай анекдоты. Давай, начинай, дед ждет. Короче, анекдот. Как-то дед решил проверить на действенность пословицу «Есть порох в пороховницах». И каждый раз в еду начал подсыпать порох. Через неделю, заметив улучшение в своем организме, он каждый раз начал потреблять сей продукт. Оставил после себя он много. 10 детей, 24 внука, 44 правнука и 5-метровый кратер на месте крематория. Ладно, это было неплохо. Получи подарок от деда за это. Опа, пожилые басура. Пожилого обижает, суки. Ты мне даешь 500 гривен? 500 гривен. Ну? Я тебе помогаю отпиздить этого даунича. Давай, давай, задавай, давай. Дед не напиздит, дед никогда не обманывал. Гривен. Я дам тебе 500 баксов, нахуй, не то что гривен. И херсонский кавун, давай. Не-не-не, у меня гривен. Ну в гривнах так в гривнах, самая ликвидная валюта, блять. Давай, пизди его нахуй. Режь его, блядь. Иди сюда, сука. За дедный твой ебашу в упор. Давай, давай, мистер ниндзя. Ща, подожди, ща, у деда восстановится, я его басу, нахуй. Эй, какая ручная собачка. Все. Унижен дедом. Так. Так, вот, передать деньги. Так. Передал. Спасибо. Не за что, уплачено. Нихуя у Васяна, блядь, швабра за 1500. Нихуя деда обижает, блядь. Да, блядь. Все, все, все. Вот так вот. Так будет с каждым. Хорошо, хотите немножко попить? Ой, хорошо. Это поднимите меня, чтобы я сейчас мог выпить. Да, ща, я помацаю тебя там, где надо, короче. Дед-то в опохмелье. Массаж простаты. Сука. Дед в опохмелье понимает. Ща дед попытается заначку себя в карманах найти, пошарить. Вот это тут наркопритон, вот это наркопритон. Не-не-не, мы тут только распиваем спиртные напитки, все. А вот где это все взяли? Где это все взяли? Ой, блядь, дед знает, как контрабанду-то провести. Дед хитер, не по годам. Дед может даже вот робота заставить подбухнуть. Че уж. Реально? Да. Робот, давай с нами. Не, спасибо. Не, ну давай, ну деда обижаешь. Деда обижаешь. Я зажжу. Какой жож? Деда обижать, ветерана. Воевал, 43-й год. Деда обижать, это грех. Да. Пей, давай. Эй, ладно. Давай. О, как хорошо-то стало. Как там твои сервоприводы, скажем так, микросхемы? Что, Балтика девятка или Балтика семерка? Что это? Это такое? Водка сгазированная в банке. Не видел никогда. А что у вас тут происходит? Мы тут бухаем. Робот уже навернул. Смотри, что делает. Я вижу. Дед тоже. Смотри, что дед умеет, блядь, молодость. Нахуй. Робот вообще флексит. После водки он, наконец, наверное, никогда в своей жизни не пил, блядь. Только бензин хлебал. О, ну, вот что дед может. Сейчас. Вот модные эти жесты ваши. Ща, мужики, дед сейчас наколдует столько выпивки, бы охуеть. Бля, робот загорелся, ебаный рот, туши!
Ща! Ебать. Ща, носу, подожди! Ебать. Все разом, все разом. А, нет, все, все, не надо. Все, все, все. Каратнет сейчас. Ой, деда, немного кокаина высыпалось, вы не обращайте внимания, я такое-то не употребляю. Ой, ебать. Дед, что-то слишком много бахнул. Сейчас в пляс дед пойдет. Украинская бим. Вы лево хрещатик это выключите, а то деду потом пизды за авторские права выпишут. Я уже что-то уже мне что-то плохо. Да и мы только начали. Мы еще так ничего не начинали, блять, если ты не в курсе. Но робот флексит лучше всех, как я вижу. Он самый модный тут. Ща дед залезет на стол. Ща будет флекс. Ой, что же не на. Йо! Только не наебнуться бы. Пописаю на рыбу. Она тут и раздвиди ломают, суп. Окна бусу, блядь. Компьютер тоже. Не надо на меня ссать, я закуска к пиву. А ладно, извиняюсь, я забыл. Дед тоже ошибаться умеет. Пацаны, походу сегодня без закуски. Блять, обратно горит. Ща потушу, не бойся. Ща, пись. Надо подсадить. Все, все, потушил. Что это за хуй? О, дорогой, это что за суп, ёб твою мать? Привет. Что, на бухло пришло? Деда, не жри. Дед, не ссы, ящерка тебя жрать не будет. Это, короче, на смерть. Я его обоссу, спасайтесь, я его обоссу. Завалили, это белая горячка напала, походу. Ладно, все, деду пора. Дед уже отбухал свое. Сейчас на боковую помещусь, как бы. Утром встретимся, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и коммент обязательно.